Провинция Бамьян. Нахожусь в гостинице, стою на крыше, снимаю великолепные виды этой провинции. Я вам скажу, что был поражен. Я служил в Гордезе, провинция Пактия, и, конечно, схожесть есть в атмосфере, в людях, в ощущениях, но такого ощущения, как в провинции Бамиан, я не испытывал у себя там, где служил, в Гордезе. Здесь я вам скажу что-то необыкновенное. Да, за моей спиной история многотысячная. За моей спиной варварство талибов, которые взорвали скульптуры Будды. Да, вы представляете, какая красота, сколько трудов, сколько сил было потрачено, чтобы высечь вот из этой породы вот эту статую великолепную, наикрасивейшую. Я жалею, что не смог запечатлеть ранее этих видов. Ребята, это красота. Ну и о себе скажу, что испытываю очень сильное потрясение от посещения провинции Бамиана. Да, все-таки земля не такая большая, как кажется. И есть места, в которых себя чувствуешь великолепно. Вот. В тех вот пещерах, которые за моей спиной вокруг статуи Будды, были населены отшельниками, и они встречали солнце, которое вот сейчас восходит и которое слепит меня. Они радовались каждому дню. Давайте будем действовать так.